приятно. Дали звонили, директор. Кстати, быстро отремонтировали. Привет, ребят. Здравствуйте. Как настроение? Что тренер стесняется? Ислам, подойдите сюда. Хороший зал. Зал очень хороший. Здравствуйте. Черный пояс. Дети, говори Ислам. Занимаемся карате, кимушинкай. Полный контакт, жесткий вид. Да, полный контакт, жесткий вид спорта. Занимаемся. С каких лет ребята могут заниматься? 6 лет. Шести лет. Кто дольше всех занимается? Дольше всех у нас старший и вот зеленый пояс. Ух ты. По поясам, да. Вот. Они двое сейчас попали по результатам 2015 года на Европу в марте месяце. И в августе на мир. Два наших чемпиона. Ну, с разворотом можно дать. Урома ваш называется. Другой уровень совершенно для поселка собираться. Здесь общаться можно. Конечно, вот день матери недавно проводила. Ну, это большие мероприятия, да? Репетиции. Поэтому. Готовимся к Новому году. Колядки. Колядки, да? Да, колядки. Ну идем. Быстро. Она занимается у нас карате. А, я почувствовал. Да, поэтому она такая красивая. Да, Соня? Как в школе обстановка? Где интереснее, в школе или здесь? Здесь. А почему? Потому что можно. А вы сами ходите или родители приводят вас? Родители. Я сам. А до скольки вы в школе учитесь, скажите, ребят? Мы до 3 часов. До 3 часов? Да, а в субботу учитесь? В субботу учитесь? Ну, слава. Это вам. Ой, спасибо. От нас всех. Желаю мира, добра, успехов и... Это вам всем. А вот эту чушь кто повесил, не знаете, для чего это? Ваш мобильный телефон есть? Ну, звоните. Звоните, то, что здесь написали. 01, звоните. На громкую поставьте. Или 02. Номера не проходят. Не проходят, а что написали? Для кого? Для родителей? Чтобы они дурачками здесь были, набирали 02 или 03. Вот здесь? Здесь у вас. А? Анатолий. Я понять не могу, если мы боремся с терроризмом, давайте к этому серьезно относиться. А вот это требование чье? Ну, таких требований нет жестких. Ваши требования? Нет, конечно. Зачем писать мамам 01, 02, 03 и тем более 04, если таких телефонов не существует, вы понимаете? Это примерно то же самое, если взрослому человеку сказать, слушай, ты быстро дозвонись до Луны и, значит, принеси оттуда, я не знаю, что там. Понимаете? Благодарственное письмо насчет работы Марины Ивановны у нас. Марина Ивановна, да? Ага. Да, вот. Марина Ивановна. А вы местная? Вы местная? Ну, приехал, что уже местная, да? Уже местная. Она уже местная, да. Не, ну видно, что... А вот я вижу, что это будет... Андрей Юрьевич. Да, может, это... Сейчас, а здесь не сканируют, да, я вижу, вы вводите номер. Ну, у нас дипломаты предложены были закуплены, да? Чтобы вам не помешать. Мы работаем. Выдает так же того. Ну, я понял, ну, сканирования нет. Саша, я сегодня звонила в Министерство здравоохранения. Ответили вам? Ну, она мне велела в 4 часа перезвонить. Все будет, ну, все. Да? Да, конечно, просто обязательно. Спасибо. Но вы нужно пользоваться вот этим телефоном, вот это с условного телефона, прямой. Вот это? Это министр... А, ну да, да. Она прямо ей звоните, она отреагирует. А Олег Николаевич просто подстрахует вас сейчас. Спасибо. И вечером мне напишет. Ладно? Отработает две вот эти истории. Спасибо. Поэтому лекарство будет, не переживайте. Просто у меня таблетки уже нужны. Телефон ваш.
мы сохранили 916, куча в общей очереди не толпились, разделили два потока пациентов, и поэтому у нас и скученность меньше стала. Здесь капитальная и, с одной стороны, совсем обратно удастся, у нас, Ван Андреевич, буквально за стенкой, поремление как уж вена. Мы с учетом сейчас реструктуризируем больницу, мы хотим ее перевести на территорию. Со всеми помещениями, со всеми. Ну, здесь прилично стало. То же самое, глубина. Вернее, не вопрос, а пожелание. Давайте. Вот в этой поликлинике нет ни артролога, ни ревматолога. Суставы практически лечить не могут. Ну, в прошлый раз в Гуре здесь много чего не было. Сейчас Сергей Михайлович, это глава района, знаете, познакомимся. Вот как раз 10 квартир он специально нашел для того, чтобы специалистов привлечь. Потому что у нас была задача сначала здесь навести, ну так скажем, красоту, настолько, насколько это можно, минимально короткий срок. А второе, здесь не хватало врачей. Да, да, специалистов не хватает, и поэтому вот такие проблемы есть. И третье, оборудование, да, еще здесь? Оборудование, с уставами, да. А лечить не у кого, говорит, есть хирург. Ну, как мы хирург. Это кто-то ортопед, да? Травматолог, артролог. Нету, да? Ревматолог. В интерьерах этого здания очень много исторической мебели, и все это привезено, отреставрировано нашей компанией. И теперь мы делимся уже непосредственно этими камнями. На самом деле он воссоздан на историческом месте, в исторических габаритах, к сожалению, утраченное советское время. Единственное, чем мы дополнили сегодня уже, ученики как-то на экскурсии говорили: боже мой, мы же здесь прыгали через козла, а сегодня здесь уже совсем другой интерьер. Здесь комната, но там сегодня накрывочная, то есть бытовка. И также вот эта вот розетка, ради которой тоже пришлось старую технологию поднимать, да, драпка, вот она здесь историческая, а здесь новая. Но при этом получилось сохранить эту розетку, я вам покажу на втором этаже. То, что я здесь вижу, мне вселяет оптимизм. Вот он, да? Это он, да. С бородой. Он хозяин. Он хозяин, да. Это два его сына. Да, все они умерли в течение 2 лет. Вы знали ли? Нет, ну конечно нет. Она умерла в 20-м году, я, соответственно, родился в 35-м. Я впечатлен. Такой масштаб и такие деньги. Я считаю, что для Подмосковья это очень важно. Потому что востребованность для туризма, она огромная. А если еще можно будет здесь остановиться, покунуться в эту атмосферу, с детьми рассказать, что такое кузница, рассказать, что такое лошадь, показать, как все эти нюансы. Для мегаполиса, мне кажется, это удивительно полезно. Хорошо, спасибо вам. Спасибо за теплые слова. Спасибо. До встречи. Можно с вами? Да, давайте. Все у нас.